Ну вот мы там, где Редькинский пруд, попробовали пройти. Вон где деревья, кусты. Там куст один, макушка только видать. И не смогли, оказалось, под ногами вода хлюпает. А я-то человек заплатный, у меня и сапоги все в заплатах. Вот они какие, показать надо. Это я починял такие заплатки. На днях вот тоже показать, похвалиться. Это не осудительно. Ни одного сапога не износил, говорит, хорошего. Хотя дома у меня лежат хорошие. К слову сказать, я говорю, знаешь, влево там может переезда и не быть, перехода. А вправо идти надо к столбам. Ну, столбы они тут метнулись, дорога дальше. Мы даже сомневались, уж не прошли ли мимо. И на нее мы пешком на себе велосипеда протащили, где-то проехали. И пришли вот к этому месту, про которое я говорил, вот весной вода идет. Вот лага какие могли быть. Вот такие рваные берега, вот это вот лага. Вот это большей ширины они не могли быть. А здесь вот какие, вон где зеленые и до сюда. Это во время потопа Ноева хлестала вода. И вот здесь вот сделали запруду. Запруду сделали строители железной дороги. Им дали мясо там, я знаю, как рассчитывали, с быками там, телками закололи. И вот здесь это полуостров, вон видать где. Тут балаган был, тут коровы были, сюда бабы приезжали, женщины деревенские, коров доить, на машине уже приезжали. А мы купались тут, камыши, отец отдыхал. Паутов надо было отгонять от него, он, чтобы отдохнул. А мы купаемся, купаемся. Как только выгонять, спать охота. А спать-то будешь, так что у тебя будет? Коровы куда попало зайдут. А вот это дальше, столбы идут куда? Это Корчина. Там между ними, видно, от них километров 5 влево, и видно, нет тебе элеватор. Вот отсюда, от меня видно. Вон над тем леском дылда стоит. Да-да-да. Вот. А вот это Андреашин лог. А там, где бригада, Молотовская бригада называлась. Вот это я все бегу бегом из Корчины. Километров 8. Ну, тут километры 4, наверное, до Потеряевки. Тут лог потихоньку перейду, потому что вода была. И опять вжарил, и до самого дома уже стрекача даешь. Домой, домой, домой. Инстинкт, как у птиц. А этот тут его прорывает, они опять его прудят. Тут разные лисицы, норы роют почему-то, не знаю. Вот здесь вот, где я говорил, у нас были стоила. Стоила там, вот, где топольки растут, на берегу на этом. На тот берег мы никогда не гоняли. Ну и балаган-то стоит, а быки подойдут паразеты. Порос называется. Племенной бык. Ты начинает рогом ковырять. И поэтому отец послал, беги там, не допускай, чтобы не разломали-то. Но нам охота пораньше, коровы ходят нормально, а мы ходим, начинаем их бзыкать. Зз, бзз, 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 как эти пауты. А корова-то она слышит, видимо, но она не поймет. И вот она одна крутится, вторая, наконец, хвосты поднимает и начинает в табун бегать. А раз они бегают, тут пасти уже не надо. Отец, надо же, паутов почти не видать. Что-то они сегодня рано забзыкали-то. А нам скорее бы туда, там у нас игра будет, там мы из камыша кое-что делаем. Вот каждый раз так. Видим, дело к обеду идет, мы начинаем бзыкать. В холодное время бзыкай, не бзыкай, корова, но хвост не поднимет. А тут она от паутов убегает. И они сразу лезут в амутки, одна спина наружу. А спина наружу – это спина. А он жалит-то где-то, наверное, в шею, она прячется от него. Это вот какие тут воспоминания. С ребятишками мы каждый год ходили на копать солодку. Вон туда, вон. Вон где кусты. На ту сторону. Это наша там работа. И вот здесь пешком. А тут один раз поехали на машине, на нашей газельке. И она тут поперек. Это солончаки. За проклятие живущих людей Бог делает землю солончатую, за несчастье живущих. И машина застряла, ни дождя, ничего не было, села, как кисель. Пришлось вызывать УАЗик, и Андрей Устинов нас вытащил. Вот сейчас мы подойдем, посмотрим этот пруд. Видишь, какой? Мы тут всегда купались. Он не глубокий был, но хороший. Видно, есть родники, пробились. Давай-ка посмотрим. Thank you.
Красота какая. Вот доехали мы. Вот какая его глубина должна быть. Тут труба заложена у них. Сантиметров может по 40. Но у нас такой даже не нашел. Первый мостик разнесет. Вот на этом берегу, вот оно возвышение. Я не знаю, как туда женщины заходили. Там по плотине, видимо, как. Или они туда заезжали, прямо туда. Иногда у нас коровы стояли на этом берегу. Видимо, потом сказали ставить здесь. Вон две утки полетели. А это сети стоят, да? Палки. Ну, может, кто-то что-то ловит, может, ставит. Может, у него с собой что-то есть. Лодка какая. Не знаю. Это столбы вкорчены. Мы тут иногда с ребятишками приходили за ягодами, потом спрашивал, хотите покупать? А тут грязь одна. Хотим, но пошли отдельно там за кустами, вот за теми, за поворотом девчонки, а мальчишки здесь купаются. А я помню, мы сюда ходили с вами тоже, с ребятишками. Ну так, как я говорю. Да, захотели покупаться, я пошел первый и ногу сразу себе порезал. Ну вот. На железку наткнулся на какую-то. А тут все, всякая пакость, кидают. Люди зловредные. Мы где купались на втором мостике, так они пришли, бутылок наколотили и набросали. И поэтому мы специально, я сшил тапочки такие из дерматина, в которых мы купались. Кого-то крестили, у меня насквозь прорезало с грязью, подошва. Такая рана была, с кровью крестились. Вот мы решили этим закончить. Сейчас повернем назад домой. Это Потеряевская земля. Вот так она выдвигалась. Потеряевский пруд. И никто его не оспаривал. А когда деревня исчезла, присвоили ее корчинские. Но людей это будет больше здесь, если, то и можно будет этот вопрос перерешать. Потому что когда землю делили, допустили неправду. Не пригласили даже Потеряевских никого. А Потеряевка уже существовала. Уже год, как принято решение на краевом совете алтайском за подписью Сурикова Александра Александровича. Он сейчас послом в Белоруссии вроде бы. Бывший губернатор. Ну все, садимся сейчас на велосипеды и поехали. Там где-то остановимся еще. А вон что-то кочка возвышается. А? Кочка возвышается-то. Не бобер? Вон там. Там? Да а еще он построит. А тут дерева-то нету. Где дерева нет, он не будет жить. Ему дерево надо. А что она возвышается, я не знаю. Бобру нужно дерево. Кусты. Здесь ни одного кустика нету. А из одного камыша-то это андатра. Может, вот это андатра, ну, а как говорят, водяная американская крыса. Она может. Ну, такое ли, не знаю. Надо подойти близко, смотреть. Я считаю, что мы уже закончили. На этой стороне уходим. Вот тебе копешки покажи-ка. Видит сколько? Это по краю, видимо, разрешено было косить. И это вручную. А вон, видишь, полевые воробьи, куча. Это не деревенские, они с ними даже не разговаривают. А вон, смотрите, еще одна куча, вон, в конце пруда. Да-да-да-да-да-да-да. Это хатка. Это андатры. Вот смотри, вот это лених, это жирная трава считается, отец говорил. Ну она как проволока. Это мне еще в Грузии один азербайджанец пост и говорит, у вас, конечно, трава лучше, но наша более жирная. Надо показать Никите, чтобы он это знал. Я на вильник, говорит, дай на зиму, и корове хватит.
Я не понял, там кто-то быстро ехал. Мотоцикл, что ли? Не, машина. Машина? Угу. Вот сколько копешек. Это все вручную. Ну и косили не вручную, конечно. А раньше все вручную. Коса. Косарь. Намашешься, будь здоров. Вот дорога идет по Теряевку. Больше ей идти некуда. Вот мы сейчас поднимемся, туда не пойдем к копешкам. Мы дальше, видать, подними повыше-то. Вон оттуда сейчас можем доехать. Сейчас в Угра. Показать, сколько их. Пойдем-ка маленько проехать. Надо вон туда еще зайти, оттуда красивые снимки будут. Просто выйти на бугор туда, с дороги снимки. Вот туда, вправо. И захватить. Показать потеряешься. Ого, тут как раз и не видно. Ничего. А ну-ка маленько дальше по этой, пройди-ка туда. Что-то, почему их мало-то стало? Мы поднялись на бугор, этот бугор поднялся и закрылось. Ну да. Ну ладно, не важно. Мы показали, какая красота. А вон где скрывается. Это Потеряевка. И вот тот лес, который, это уже внутри Потеряевки. Сейчас мы с этой стороны поедем, железную дорогу увидим. Вот здесь прошло мое детство. Здесь я учился в Корчиной и домой бегали. Полтора года или два учился на Карповке, 5-7 класс. Как раз Сталин умер. 53-й выходит это и 57-й. Все. Помню, не знаю откуда я нашел 3 рубля. Это такие деньги были большие для меня. Когда я пришел домой, у меня денег нету. Вон дорога, вон. Но и денег нету. Помню, я читал газеты, тогда сталинский призыв в Шарчино был. Я их купил, несколько газет. А больше-то мне еще покупать было. Как Филипп Филиппович говорит, ну не считай ничего. Бармонталь-то говорит, а другой-то и нету. Ну и тоже несколько потеряли. Едем, а мама дорогой говорит, везет муку. Ну, мы учились на Карповке у ее отца, мой дедушка. И она подкармливала нас. У них-то там не было. Колхозе давали муку. И она все мне говорила дорогой. Сынок, не спи. Лошади тяжело вести, когда спишь. Лошади тяжело вести. Я не знал, как, но это именно так. И не потому, чтобы не замерзнуть. Ночь на санях зимой. 35 километров. Там бездорожье, тяжело лошади. Вот, понимаешь как? Много предрассудков было. Вон комбайн, видно, вышел. Молотит Игорь Барабаш. Пыль пошла. Вот оно как выглядит. Посмотри внимательно. Эти какая красота. Синева. А это лог от рожек. Там идет центральный лог. Он в него, где кусты далеко, тот идет центральный лог. Этот центральный лог начинается отсюда километров, может быть, 5-6. Тоже начинается с нуля. И понятно, что такие пологи, это не просто копал кто-то, это вода мыла. Какая вода? Потоп Ноев. Объяснения вообще никакого больше нету. Даже теоретически никак невозможно. Вот оно рядом начинается. И посмотри, какой промыв сразу же. Вот сейчас мы пойдем. Вот поворот. Дорога. Ровное место. Дальше поле идет.
И начинается вот какой тут запрудили. Кто делал этот прорыв? Ну от чего он? От воды. А откуда вода? Гор нету, снега не тают. Их нету никакой воды, она была. А в каком году? В 1656 году от сотворения Адама. Ну, легко сосчитать, 5508 лет до Христова Рождества. Ну и сегодня давайте считать официально, как известно, 2016 год. Вот и считай, сколько лет назад это было. А здесь трава что-то не скошена? Ну, не кошена, значит, хватило им. Дальше не стали косить. Нынче вообще травой завались. А думали, что травы вообще не будет. Охали, ахали. Ни у кого ни копешки не было. И вдруг погода установилась, трава здоровая. Ну, конечно, уже перестояла некоторая. Поэтому мы ничего не знаем, как будет. Мы надеемся на Бога. Молимся, уповаем на Бога. А что будет? Мир, война, жизнь, смерть. От любви Божией ничто не отлучит. Вот этих местах мы паслись. Дальше не гоняли. Это кочинские до сюда не могли догнать, а мы пасли, потеряв это ближе. Но пасли уже с опаской. Земля не наша. Но сейчас муниципальная называют. Вот сейчас увидишь, откуда начинается. Покажи. Вот дальше идет ровное поле. Ни одной горы нету. Ничего нету. И вдруг сразу же начинается прорыв. Вот мы сейчас вниз как бы падаем. Ну а дальше вот оно рядом. 50 метров, даже 100 метров нету. Совершенно ровное поле, ровное. Вот оно пошло. Откуда? Главное, что та вода. Огромное слава Божию. Слава Христу.